Начинающий фермер в растениеводстве, пчеловодство, птица – это до 1,5 миллиона рублей, деньги вперед при условии софинансирования. 1,5 миллиона – это деньги 90% гранта, 10% собственных средств нужен фермеру – 167 700. Далее, если ты занимаешься молочным или мясным скотоводством, с этого года до 3 миллионов, точно так же 90% деньги гранта, 10% собственных средств. Семейная животноводческая ферма в нашем регионе – это до 10 миллионов деньги гранта, 60% и 40% собственных средств. Грант на развитие кооперации – до 15 миллионов.